Невероятно, но в этом с виду невзрачном обшарпанном здании на окраине Кохмы, испещренном не самыми культурными надписями, располагается местный дом культуры. А ведь место значимое, особенно для кохомского рок-сообщества. В этих стенах зародились и выросли десятки талантливых музыкальных групп. Здесь располагается, а точнее уже можно сказать располагался, местный рок-клуб. Неофициальное объединение любителей музыки. 10 лет ребята занимали маленькую комнатушку на первом этаже этого дома. Здесь репетировали, сочиняли, общались. Но неделю назад рокеров попросили освободить помещение. Сейчас они даже не могут попасть в свою каморку. Здравствуйте. У меня тут ключи от 11-й. Да вот как раз таки и не собираемся. Останемся здесь жить. Распоряжение пустить музыкантов в студию только для того, чтобы они забрали свои пожитки, дал лично директор Дома культуры. В мой адрес обратились рок-музыканты города Кохмы, которые долгое время репетировали в местном Доме культуры. Но с приходом нового директора 3 года назад у них начались с ним проблемы. И по их информации, 11 сентября он с самовольным, самоличным решением просто их выгнал из данного помещения, запретил там репетировать и попросил вывести аппаратуру. Он позвонил вечером, сначала позвонил Дмитрию Жаринову, это вокалист группы Rocking Guys, а потом позвонил мне и сказал примерно следующее, что «Ребята, собирайте вещи, я вам даю день на то, чтобы пригнать «Газель» и, собственно, все вывести, оборудование, то есть уезжайте куда хотите». Валерий Слепченков занял должность руководителя Дома культуры 3 года назад. С тех пор жизнь рокеров стала тяжелее их музыки. Между собой музыканты прозвали директора «Гражданин-начальник». Конфликты начались буквально около месяца назад. Началось все с его звонка. Он позвонил нам и сказал, чтобы мы собирали вещи и съезжали из помещений. Аргументировал тем, что мы ему надоели. Что мы ему надоели, и мы ничего не занимаемся, ничего не делаем. Хотя мы ему приносили и диски с записями, и фотографии, как бы приносили значки с фестиваля «Рок Февраль», «Рок Улыбка». Участвовали в других фестивалях, в том числе городских, то есть как бы на Дня города, на праздниках. Но для него это не аргумент. Подобные отношения рокеры терпели 3 года и готовы были терпеть и дальше, лишь бы была крыша над головой и место для творчества. Комнатенка хоть и небольшая, зато бесплатная. Когда музыка твой стиль жизни, остаться без репетиционной базы равносильно смерти. Несколько коллективов, не выдержав постоянных стычек, добровольно покинули ДК. Располагались там группы ВК, группа Rocking Guys, группа Реквиль и многие другие коллективы, нулевой допуск. А покинуть нас пришлось группе Rocking Guys, группе ВК, они ушли репетировать в другое место, то есть они теперь репетируют за деньги, вот, снимают помещение. Вот, к сожалению, потеря большая для нас. Вместе с помощником депутата Александром Коротковым представителю рок-клуба удалось пробиться в администрацию городского округа Кохма. После беседы с местными чиновниками гражданин-начальник изменил свои показания. Речь не идет о том, чтобы выгнать, а поставить это законно основу. Аренду помещения, безвозмездную или возмездную аренду. То есть оформить просто идет деятельность надо правильно. Чтобы люди находились там, отвечали за оборудование, пожарным отношениям, за других отношениях. Это все, ничего здесь другого нет. Идею официально зарегистрировать самобытный рок-клуб и предоставить ему помещение на безвозмездной основе директору подкинули в администрации. Нам удалось встретиться с руководителем управления культуры, с главой города и непосредственно с руководителем Дома культуры. Мы выработали общее решение обратиться к главе городского округа Кохмы господину Мельникову, когда он приедет из отпуска, и переговорить с ним, чтобы этим ребятам данное помещение выделили в безвозмездную аренду. Предварительные результаты уже есть. На выходные ребят пустят порепетировать в их студию. А это хоть маленькая, но уже победа. Музыканты согласны решить конфликт мирным путем. Если же не получится, готовы обратиться в высшую инстанцию. К главному рокеру региона, губернатору Михаилу Меню. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.